Воюю я с первых дней, началась война у нас на Донбассе. Много людей очень остались без кровли, очень много обстреливаются. В основном массовый обстрел идет со стороны Украины запрещенными снарядами. Ранение получил в Широтино на Рыбцеху. Пуля снайпера пробила две коленки. И приехал сюда, помогли отправить сюда в Москву на реабилитацию, подлечиться, чтобы продолжать свое правое дело. Я местный житель, я вырос в Донбассе. Я учился в Донбассе, работал в Донбассе. Сейчас, а так, конечно, я хотел бы поблагодарить всех людей, которые неравнодушны происходящему на Донбассе. Большое вам спасибо. И надеемся, что правда за нами, и скорее это все закончилось. Мы стоим за свою землю, нам никто не платит ничего. Мы просто стоим за свою землю, реально за свою землю, за своих детей. Чтобы было что-то изменить к лучшему. По поводу союзного Донбасса, что ты можешь сказать? Большое им спасибо, конечно, и помогает, и гуманитарка приходит, и медикаменты поступают, и многих людей подняли, которые в протезах нуждаются. Видите, как я попал тоже. Большое человеческое спасибо им. Очень сильно помогают. Надеемся, что это скоро закончится.